И почему шаббат, когда служить душа? Что за молодежь пошла? Нет, не ворчи, ты же знаешь, что наши мудрецы говорят. С прихода Адара умножается веселье. Яйца курицу не учат, я и сам знаю. А этот Адар, это ваш новый друг? Опять как в прошлый раз. Кому веселье, кому больная голова. Адар, это странное какое-то имя. А как зовут его маму? У Адара нету мамы. Адар – это название месяца еврейского календаря. В этот месяц, 4 числа, все евреи празднуют Пурим. А, помню, помню. В этот праздник еще деньги дают. Опять ты все путаешь, Хаев. Деньги дают детям на Хануку. А на Пурим мы едим уши, уши Амана. Тебе-то, Гриша, все есть да есть. А на самом деле мы празднуем победу евреев над врагами, которые Всевышний даровал 2500 лет назад. Пусть мальчик кушает, а то у него не будет даже сил вертеть грудью и топать ногами. Тогда в общине буду читать Могила Эстер. Да, я знаю, знаю. Каждый раз, когда упоминается имя Амана, все уважающие себя евреи начинают вертеть ноги и тупать ногами. Такой шум стоит. А, теперь я знаю. Аман – это место. Хай, Хай, в твои-то годы пора бы уже знать. Аман – это Thank you.